Кемле масленицу решили провести, совместив приятное с полезным. Для жителей района устроили ярмарку сельскохозяйственной продукции. Сахар, колбасные изделия, рыба – все по сниженным ценам. Затем начались гуляния. Программа была обширная – конкурсы и игры для детей. И, конечно, вкусные угощения. Всех пришедших на праздник гостей почивали блинами и пирогами. А местные артисты порадовали песнями, под которые жители с удовольствием водили хоровод. А в селе Атимар Лямбельского района прошло театрализованное представление «Веселая масленица». В нарядных ярких костюмах скоморохи зазывали народ на праздник, чтобы прогнать зиму и встретить долгожданную весну. На улице раздавалась веселая музыка, звонкий смех детворы. Атмосфера была праздничной, и старый млад принимали участие в конкурсах, бег в мешках, перетягивании каната и получали приятный подарок. Закончилось веселье традиционным сжиганием чучела масленицы. Так в Мордовии и проводили зиму.